Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Рус ФПС, и сегодня у нас будет... Да, видос загружается. Сегодня у нас будет обзор события «Знаковые звезды». Что это такое? С чем его... Опа. Серьезно? Что это такое? С чем его едят? И, в общем, мы сейчас будем обозревать данное событие. Настал сейчас «Знаковых звезд», возвращайтесь к основам. Новые игры развития навыков и матчи открываются каждый день. Тренируйтесь, чтобы обыграть команду соперника. Получайте усиление навыков и жетоны мастеров каждый день. Чтобы получить знаковых мастеров... Следите за новостями, но это нам уже не нужно. Переходим в события и смотрим, что же нам, собственно говоря, дают за него. Я не знаю, Марк, я просто на его аки сейчас. На полу его, так скажем, вот. И сейчас мы посмотрим, что из себя представляет данное событие. Глава расписания, глава наград. Сейчас немножко спалился. Счет кое-чего. Вот, у нас здесь есть валюта, знаковое очко, которое мы... 6 таких очков мы можем купить за 200 тысяч, но это нам сейчас не важно. Жетон мастера мы можем получать один раз в день, я так понимаю. Далее, ну это не я проходил, естественно. Далее, каждые 7 дней, сейчас объясню, каждый день новое событие. То есть первый день у нас к основам, начните с чистого листа, проходите развитие навыков и получайте знаковые очки. Знаковое очко, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, еще здесь проходим. Сейчас мы сразу же посчитаем, сколько это, и посчитаем, можно ли Белла получить без доната. Здесь самая главная игра это... игра, карточка это Белл. Здесь мы получаем 18. Объясню, почему считать не буду, а вы подумали, я буду считать. Сейчас, за меня это уже сделали. За меня это уже сделали, сейчас я вам все расскажу. Значит, еще раз переходим, но в конце у нас Манчестер Сити, там 105. Это будет, конечно же, посложнее, но, ну, не так, чтобы прям, ну, сложно это, на самом деле, кто умеет играть, сделают легко. Вот, это легко сделают. Я даже своим 70 рейтингом смогу, 100%. На видос даже, может, запишу. Итак, переходим к наградам. Здесь у нас мы можем купить в магазине за, я так понимаю, FIFA поинты. Сейчас у меня прогрузится. Да, прогрузило, все. Знаковое очко 12 за 400, либо 120 за 4000. Далее, тратя вот эти вот жетоны, которые мы получили в расписании, мы можем получить жетон мастера. За меня уже все посчитали. Я сразу же сошлюсь, кто считал. Считал Дима Тепло, вы можете перейти на его канал и также его видеоролик посмотреть, потому что, ну, зачем считать, если за меня все посчитали уже. Вот, кстати, раньше в том году я считал, но сейчас, ну, смысл. Вот, он посчитал, что, ну, вот здесь, когда мы заходим, здесь, когда мы оплачиваем 4 жетона, у нас дается усиление навыков 25-100%. Либо, и далее, либо у нас... дается жетон мастера, либо увеличивается вероятность. Что есть вероятность? Вероятность это, ну вот когда мы, допустим, пак открываем, нам жетон не выпал, нам добавляется здесь процент. Я не знаю конкретно сколько. Вот. И далее у нас, если выпадает жетон мастера, то вероятность обнуляется и остается 2%. Вот. Дима Тепло посчитал, что... здесь можно получить, сейчас объясню, хотя бы 15 очков. Это в самом худшем случае. В самом худшем случае получаем 15 очков. Если вам будет вести более или менее, ну, как мы знаем, eSports у нас любит до последнего все тянуть, чтобы не везло. Поэтому посчитали, что 15 очков, следовательно, мы можем получить... Маккенни, я надеюсь, я правильно посчитал и прочитал. Алаба, который почему-то на центральном защитнике, не слежу за футболом, вот, не знаю. Абрахам, который мне будет, конечно же, нужен. Я буду играть в это событие на своем аккаунте, чтобы, ну, хоть немного, чтобы у меня был нормальный состав. Хаверс. Сейчас мы посмотрим. Хаверса вы сможете получить, если вам будет вести хотя бы более или менее, да. Вот.
я думаю, это неплохой подгон, а вот Дехею вряд ли, только за донат, ребят, только за донат. Ну и после того, как мы соберем всех, нужно собрать всех, ребят. А нам либо один такой за 12, либо один такой. Поэтому, ну, как повезет. Вероятнее всего, что один такой. Все. Возможно, у вас там будет 2, 18, 19, ну, может, 20 в крайнем случае вы заберете Хаверца. Вот. А кому не нужны игроки, то можете брать вот такие штуки, но они тоже... не надо. Вот. И далее, после того, как мы берем всех 5 игроков, мастеров, у нас появляется супер-мастер, так сказать. Вот. Это Гаррет Бейл. У него очень крутые статы, как обычно. Скорость, все дела, все круто. Разворот, эластик. Вот эластика крутой. Спецприем. Он элегантный вообще прям. Вася. Разворот 360. Ну, это крутая карточка, конечно же, но это за донат. И еще раз ссылаюсь, Дима Тепло посчитал, что примерно это получается, как я понял, 60 тысяч FIFA поинтсов. Вот, в среднем. И, ну, как бы, забыла. Я еще раз пересмотрю, по-моему, 60 он сказал, если что, появляется на экране сейчас. Вот, если правильно, то не появится. Вот. 90 FIFA поинтов, как бы переходим цены FIFA поинтов. Я хочу посмотреть цены FIFA поинтов. Алло. Так, ну видите. Также я вот смотрю, здесь есть знаковое предложение. Это у нас с Минамино. Еще какой-то игрок. И последний игрок — это у нас Алексис Санчес. Хорошая карточка, безусловно, она будет топовая, но тоже не стоит того. Еще раз повторяю, взять одного игрока спокойно можно. Ну и на оставшиеся, если вам не будет хватать на игрока стоимостью 20, то просто слейте их на рейтинги и все. Вот. Почему-то не получилось у меня найти стоимость FIFA поинтов, я не знаю почему. Это бред, конечно. Вот. Ну и все. В принципе, я вам все основные моменты в данном событии огласил, так скажем. Не знаю. Начинайте играть прямо сейчас, вот, с первого дня, чтобы урвать вот все, что... Я выложу итоги этого события и что мне в итоге получилось без доната собрать. В общем, не знаю, что еще можно сказать. Подписывайтесь на канал, если понравился видеоролик, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои видеоролики, которые практически каждый день выходят. Вот, можете подписаться на мой второй канал по ссылке в описании и в конечной заставке аннотации вставлю. Вот, потому что я там буду выпускать видеоролики, связанные с игровой тематикой. Вот. Ну и все, в принципе, всем пока. Вот. Не забывайте, что через неделю будет у нас... разбор полета. Вы мне, если что, напомните, что я там получил. В общем, всем пока.